Привет, красотка! Моника, ты что натворила? Ничего, я не виновна. Я должна выбраться отсюда. А разве ты не мутила с министром? Мы 3 года не виделись. Он придумает, как тебя вытащить. Живое пространство будет самым большим культурным центром из всех спальных районов столицы. Как же так, Моника? Ты в тюрьме. Все хорошо, милый? Нужно найти очень хорошего адвоката. Может, кто в правительстве сможет впрячься за меня? Командир, опять заморочился? Тут придется впрячься намного сильнее. Отработаешь 2 месяца вместо отсидки и гуляй в тюряге было бы лучше. А ты хотел из тюрьмы в люксовый отель? Там еще и монашки будут. Мать твою, что надо делать? Разобрать книги. Имя Розы? Садоводство. Ты уже познакомилась с Доном Давида? Святой человек. Святой. Даже очень. Быть немного ближе к Господу означает иметь как минимум 1 бедного друга. Тогда я в порядке. Ключи от рая у меня уже в кармане. Какой ты... Министр! Замороченный. Я не министр. Руки, утопающие в плоти. Смотри на ляжку. Не грамма целлюлита, чтобы ее... Завтра устраиваем пикничок на природе. Приятное место, пляж черепа. Министр! Я должен сказать тебе, это сухой корм Хлои. Что? Собачья еда. А я думаю, что ты вкус странный. Да уж.